главное предложение только сегодняшнего дня. Без чего мы не можем себе представить весенний период, когда дождливо, ветрено или даже палящее солнце. Конечно же, без джемпера. Поэтому в этом году возвращение бестселлера джемпера Джерри, но в новых эксклюзивных 9 цветах и уже с меньшей граммовкой, что дает возможность джемперу становиться еще более комфортным и легким. Бесшовная технология – это то, что выделяет его из любой толпы, ведь отсутствие швов позволяет носить его лицевой стороной, изнаночной стороной и при желании даже кверх ногами. То есть это дает возможность вам максимально управлять стилем и модой, а ведь женский характер многогранен. Плюс у нас с вами красивая здесь руновая коса, которая является олицетворением и оберегом символа защиты. Поэтому мы себя будем защищать от негативных сил. И, кстати, в преддверии у нас с вами пасочной недели как раз-таки эта тема тоже актуальна. И, конечно же, давайте пройдемся с вами по цветам. Напомню, их 9 эксклюзивно. В прошлом году палитра была совершенно другая. В этом году красный оттенок приобретает малиновый такой подтон, это будет красный. А вот коралловый цвет становится светло-розовым цветом. Самый популярный из предыдущего часа у нас с вами был сиреневый оттенок, а вот рядом с ним находится темно-сиреневый цвет. Не обошлось без вот такого растительного цвета, он называется мятный в заказе. Рядом с ним находится светлая бирюза у нас с вами. Также есть светло-синий оттенок и завершает палитру два нежных оттенка. Это молочный и цвет капучино. Напомню, молочный оттенок не имеет окрашивания, это естественный цвет пряжи, поэтому это идеально подходит для тех, у кого гиперувеличенная аллергическая реакция. От 46 до 64 размера мы с вами смело можем выбрать размер в размер. Джемпер имеет свободный силуэт, рукав реглан и средняя длина рукав 7/8, что позволяет нам носить его как раз-таки весенне-летний, летне-осенний и, конечно же, осенне-зимний период. Померяю именно для вас данное предложение. И посмотрим. Зона горловины от боковой части до боковой части составляет 35 сантиметров. То есть общая окружность нашего с вами горловины будет составлять 70 сантиметров. То есть очень удобно. Напомню, здесь не только бесшовная технология, но и свободный край. Воротник скатывается в такую естественную легкую кантик, что дает возможности не натирать. Зона подмышки у нас с вами достаточно свободная. И напомню, пряжа очень хорошо тянется по всему периметру. То есть у нас с вами полуобхват нашей проймы 24 сантиметра, то есть больше 50 сантиметров. Стабильность до 34 в полуобхвате, то есть мы можем достигнуть даже по рукаву прилегание на 70 сантиметров. Общая длина изделия у нас с вами 78 сантиметров, а это значит, что он закрывает паховую зону. 9 цветов на выбор для вас по цене 1299 рублей. Теперь давайте обратимся на наших моделей. У нас сегодня на подиуме модели 50-52, это Людмила, то есть это нижний тип фигуры, 50 по груди, 52 по бедрам. Выбирает для себя самый популярный цвет из прошлого часа, сиреневый. Сочетает его вместе с джинсами, которые вы тоже можете выбрать из сегодняшнего часа. А джинсы называются Лесли. В данном случае, если вы забираете джемпер и джинсы, вы получаете бесплатную доставку в любом случае, и, конечно же, масло священное идет вам в подарок. А вот Ксения вам демонстрирует красивый вот такой мятный оттенок, такой травянисто-зеленый в 50-м размере и в сочетании с оттенком цвета шартрез. У нее брюки Дарси. Кстати, к этим брюкам Дарси идеально подходит комплект двойка, в который входит блуза и рубашка одновременно. Они смотрятся просто идеально. Это комплект Марго. Вот взяли комплект Марго, забрали брюки и забрали джемпер. Бесплатная доставка на каждый лот и плюс вам в подарок идет священное масло. Что касается бренда. Бренда Полесье. Тот самый бренд, который создает и изготавливает вязаные изделия. Но он создает и изготавливает не только вязаные изделия. Он создал и запатентовал саму продукцию, пряжу, которая больше 300 тонн пряжи в год уходит именно на реализацию. Международные, европейские бренды, российские, страны постсоветского союза, все заказывают и закупают именно пряжу бренда Полесье. Почему? Потому что здесь у нас с вами идеальное искусственное происхождение, но при этом тактильно по своим ощущениям напоминающее хлопковую пряжу, либо пряжу шерстяную. При этом гипоаллергенный, износостойкий, хорошо держит цветовую гамму, не деформируется после стирки. Ну и, конечно же, всегда выглядит приятно. Ведь согласитесь, первая стирка — это всегда трагедия для вязаных изделий. Постирали,
и уже выглядит как-то не свежо. Поэтому мы постоянно оттягиваем этот момент. С брендом Полесье можно стирать когда угодно и сколько угодно. Данное предложение сохранит всегда свою форму. Напомню, чем же этот джемпер отличается от любого другого джемпера, который вы когда-либо покупали? А это тем, что у него нет швов вообще. Данное предложение вывязано одной единой вязальной машиной, что дает возможности носить его любыми способами, так, как вы хотите. Сегодня вы его надели как классический вариант. Вот такой вот косой руной идет по передней полочке. Завтра вам захотелось, вы его взяли, надели в обратную сторону. У вас более классический прямой силуэт с лицевой стороны, а вот по спинке вы протянули косу. Ну и, конечно же, если вдруг где-то испачкали, вы можете его вывернуть наизнанку. Единственное, для того, чтобы активировать его весь потенциал, вы просто удаляете его бирочку и вшивной паспорт, который находится в нижней части. И все, и тогда ваш джемпер полностью во вашей власти. Вы как хотите, так его и вертите. Ну и, конечно же, сразу вам покажу именно даже вот возможности, потенциал пряжи, да. Вот акриловые материалы, они вот при такой растяжимости, кстати, вытягиваются, да. Здесь у нас с вами, во-первых, скрутка произошла, плюс я его еще тяну. Теперь мы его разворачиваем. Обратите внимание, деформации не произошло. Рукав на месте, такой же длины, как и второй рукав. По длине тоже не исказился, да? А по факту вязаное изделие давно бы сейчас было бы уже косым кривым. То есть это говорит о качестве изделия. Вы присылаете отзывы, которые мы с вами с удовольствием зачитываем и, конечно, передаем вам привет. Вот из Барнаула Марина Платонова нам тоже передает привет. Каждый сезон пополняя гардероб трикотажем от бренда Полесье. Никогда не подводит. А это действительно так, это очень удобно и комфортно. Тем более в Барнауле достаточно ветрено. Там не так сильно разгулялось лето, еще там холодно. И такой джемпер идеален прямо сейчас, под куртку. Потом уже без куртки. Летом тоже можно надеть. Многие скажут, а могу ли я его носить летом? Конечно. Даже в жаркую погоду, в плюс 20, плюс 30 градусов, джемпер будет идеален. Во-первых, у него ажурная вязка, которая пропускает воздух. Если вы запотели, то тот же пряжа быстро заберет лишнюю влагу. Ну и плюс, конечно же, он выглядит очень статусно. Молочный, красный цвет, капучино, светло-розовый, светло-бирюзовый, мятный оттенок вам на выбор. Есть также светло-сиреневый, сиреневый и светло-синий. 9 эксклюзивных цветов. Цена 1299 рублей. 100% фан и свободный крой с рукавом 7/8. И все это главное предложение только сегодняшнего дня на телеканале Shop & Show.